Предотвратить взяточничество призвали население, полицейские и волонтеры центра МОСТ во время акции «Скажи коррупции нет». Во время социального мероприятия участники напомнили прохожим об ответственности за незаконное вознаграждение или посредничество при его получении. Как рассказала руководитель отделения информации и общественных связей регионального управления МВД Оксана Ткачева, обращение граждан в органы по этому факту – дело редкое. Однако замалчивание ничуть не помогает борьбе с коррупцией, а наоборот, порождает ее распространение. Поэтому в листовках, которые раздали активисты, указаны контакты горячей линии. Сегодня наша задача еще раз напомнить жителям области о том телефоне, который работает в круглосуточном режиме. Это телефон 128, телефон горячей линии. На этот телефон можно позвонить и рассказать обо всех фактах, которые вам стали известными или которыми, может быть, вы стали свидетелями о фактах коррупции. Помимо номеров телефона, листовка содержит пошаговую инструкцию, как действовать, если вымогают взятку. Так как в своей деятельности полицейские рассчитывают не только на свои собственные силы, но и на помощь граждан, то подобные профилактические мероприятия организаторы планируют продолжить и в дальнейшем. Алена Шот, Богдан Патри, Новости 21.